Привет, бойцы! Сегодня я хочу сравнить две самых топовых болтовки. Это, конечно же, Кракен и золотой AX-308. И я не буду сравнивать их по цифрам, миллисекундам, зумам и прочему. Я сравню их визуально. Однажды я уже делал подобное видео и решил попробовать снова. Ведь когда мы играем, мы не считаем миллисекунды. Мы просто нажимаем на кнопку и делаем выстрел. И для обычного игрока визуальная часть, мне кажется, гораздо важнее. Я записал максимально быстрый темп стрельбы от бедра с Кракеном и с АИКСом. И совместил эти два файла. Конечно же, есть небольшой рассинхрон, но это обусловлено тем, что запись в 60 FPS по-другому совместить у меня не получилось. То есть, если я сдвину эту дорожку хотя бы на один кадр, то рассинхрон будет еще больше. Но эта разница абсолютно незначительна. И как мы можем видеть на записи, замедленной в 4 раза, при стрельбе от бедра Кракен слегка уступает золотому АИКСу. Но эта разница настолько мала, что можно просто не обращать на это внимания. На самом деле сложно встретить такую игровую ситуацию, когда двум снайперам приходится перестреливаться от бедра. Конечно, если это не челлендж и вы не договорились стрелять только от бедра и не использовать дополнительное оружие. Но тем не менее мы видим, что скорость все же почти что одинаковая. Кроме этого я записал выстрел фастзумом. Конечно, анимация у AX-308 и у Кракена немножко отличаются, но в целом выстрел и обратный вход в прицел практически идентичны. А мы знаем, что ваншотность Кракена гораздо выше, чем золотого Икса. Так что делайте выводы. Спасибо за просмотр. До встречи в новых видео. Пока.